Ребят, добрый день. Сегодня привезли, только сейчас привезли суточных цыплят. Вот. Вот такие вот наши маленькие карапузики. Ребят, ну подскажите, чем лучше переводить и как кормом после 14 дней, как лучше сделать? На какой корм перейти? То есть я хочу перевести их, если можно перевести на кукурузу, семечко, овес, ну взбивать все это. Вот, сейчас стартуем, мы 14 дней простартываем. Вот, ребят, вот так вот. Ну кто, если подписывайтесь на мой канал, вот, и подсказывайте, пишите в комментариях, как лучше мне это поступить, как мне лучше сделать. Кто знает, пусть расскажет. Вот они кучкуются. Это холодно им. Позамерзали, походу. Вот. Сейчас, наверное, красную лампу поставим. Вот такие дела. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте, подсказывайте. Я сильно не знаю. Значит, только начинающий. Все, всем спасибо. Спасибо заранее.